Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 12 июня 2016 года. И сегодня у нас с вами очередная совмещенная с физкультурой спасательная операция. Вот я уже собрал 94 червячишки, в основном ювенилы, такие месячной давности. И вот видим вот таких вот миленьких собираю. Их тут очень трудно видно среди этой щепы. Тем не менее, вот уже сотню мы с вами сегодня в очередной раз спасли. Каждый день примерно по сотне. Луна у нас сейчас растет. И здесь вот их, если они не в движении, то их очень трудно увидеть. Вот так замаскированы вот в этой пыли и грязи. Но дождик прошел не так давно, довольно хороший, потом еще через день второй. И на миграции это особо не сказалось. Мы с вами по табличке, которая ежедневно отмечаю, вот видим, тут уже парниша выделяет жидкость защитную. Значит, скоро ему конец мог бы настать. Но вот вовремя пришла наша скорая помощь к нему. Но здесь я уже гуляю в этой карте побольше, чем в той. Первый, где у нас щепа лежала, там всего 15 штук нашел, остальных вот 100 минус 15, значит 85 нашел здесь, ничего нигде не ковыряя, просто вот таким образом хожу и прислушиваюсь вот к взываниям о помощи, так сказать, потому что визуально их определить очень трудно, вот буквально каким-то наитием. Вот мы с вами только что здесь были, и я не видел этих двоих. Собрал несколько штук, прошелся, тут еще двое. Вот уже 103 штучки мы с вами собрали. Вот они, вот в таком состоянии. Как мы видим, ходят все время парой. Очень меленькие червячишки, тем не менее, уже у них инстинктивно заложена вот эта стадность. Если увидел одного, значит ищи рядышком еще второго. Ну вот здесь вот вермилоза была, это ее остатки. Лебеда вытягивает, вот видим, как он крутит головой, рядышком второй, прямо рядом с ним. Вот мы с вами наглядно с вами все наблюдаем. И вот из этой высыхающей субстрата, из которого еще лебеда тянет влагу, они и ползут утром интенсивно, и, конечно же, через часик уже им всем, о, вот этот побольше, через часик уже всем настала хана. Но, к счастью, мы тут с вами захотели погулять, и вот уже где-то 110 мы с вами штук сегодня спасли. Ну вот видите, вот этому в форме доллара не повезло. Видно, вчера позже выполз, чем положено. То бишь, когда я гулял, и уже ничто ему не поможет. Пойдет на еду к своим собратьям. Вот таким образом сегодняшняя наша операция спасательная закончилась в этой бетонной карте.
110 штук спасли. Ну вот, кто вчера неудачно выполз, и мы не смогли помочь тому, тот превратился уже в мумию, так скажем. Ну, на этом, пожалуй, и все. Я считаю вот этого еще одного червячишки. Итого 111. Вот еще 112. Прогулялись, подышали, спасли. День прожит. Не зря, как говорится. Ну и зная, что из каждого из них выводится за год, вернее, дает каждый из них потомство 1500 в идеальных условиях. Представляем, какую мы с вами неоценимую пользу сегодня принесли, погулявши вот так часок с утра, с рассвета. Вот. Слава Богу, на свежем воздухе, потому что ветерок оттуда, откуда надо, северный. Если был восточный, то пришлось бы понюхать. Ну вот еще вот так пройдемся. Вот не зря я иду, зовет меня один. Вот он. Вчера здесь вот прятался, пытался один прятаться под этой деревяшкой. И вот еще и второй, довольно-таки крупный. И вот еще и третий. И на этом, ага, на этом никак мы не можем закончить, потому что так вот они все время и появляются неожиданно. Вот еще один. И рядышком второй тут же. На этом все. Здоровья вам, благополучия и таких же спасательных операций, совмещенных с созидательной физкультурой. Вот я сотни раз наклонился, метров 100 прошелся в присядку, а не просто так, потому что их особо не видно. Здоровья вам еще раз и благополучия.